Я думаю, что те люди, которые посмотрели прошлый видеоролик, знали, что мне упал Неймар. Я ему был безумно рад, естественно, такой: о, новогодний подарок, это eSports. 21-й год, и меня снова встречает Неймар. А, будь ты проклят, пак 86+. Ну, Мбаппе, у него рейтинг на один ниже, почему мне упал Неймар? Да, возможно, это звучит глупо, тупо, что ты расстраиваешься тому, что тебе упал Неймар. Но, блять, это непродаваемый Неймар, и что мне с ним делать? Были бы трейд-офферы, ребята, сейчас бы кому-нибудь закинул Неймарчика и порадовал бы кого-нибудь из подписчиков. Ну, тут довольно-таки симпатичная карточка Робана вышла, думаю, что в нее я Неймара и вложу. Ну и по названию видеоролика вы уже поняли, что в этом видосе также будет 4 кумира. Да, заходите. Спасибо большое. Ну и, собственно, о чем я, ребята? Кумиры. Да. В общем-то, открывали мы их нынче новым, свежим, модным, трендовым методом. Это мы заходили в поиск клуба и чекали их по гражданству. Собственно, первый кумир меня безумно порадовал. И, собственно, сейчас, в скорое время, вы узнаете, кто же это был. Ну а пока мы там лутаем кумиров, хотелось бы напомнить о своих спонсорах. Компания OneX Кубок английской лиги. Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Снова столкнутся вместе друг против друга. И вы, собственно, по закрепленному комментарию можете сделать ставочку на этот самый матч или же воспользоваться моим QR-кодом. Также, ребята, мой личный сайт с продажей монет будет в описании. Переходите и покупайте монетки. Так, ну что, ребята, поехали. Первая наша икона. Так, сейчас, подождите. Выруби. Вырубай. Волкаут есть, хорошо. Вырубай! Такая паника. Так, я начинаю с Хорватии сразу же. Я не осуждаю. Давай, ну давай Финляндия, похуй, это мой выбор, давай Финляндия. Фу, блядь, он еще светлый такой, блядь. Так, Украина, смотрим. Вот он. Фу, пожалуйста. Топовый, да. Пожалуйста, не накатывай. Блин, сколько здесь потенциальных было. Самураев. А Коча! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, райд был. Блядь! Отлично. Я пересрался. Блядь, ты заебался. Удали их нахуй. Эти арендованные иконы пугают, конечно. Ирландия, да? Да, обычно. Вот это прям вообще не хотелось бы. Не надо. Блядь, ты заебался. Из-за микрофона. Из-за микрофона я не видел. Блядь. Блядь. Почему я подумал, что... Я вижу, что арендованный, я думал, что второй это он. Бутрогенчик. Нападание. Нападание? Заебался. Нападание. Так, давай еще, что в хуёве за это? Германия говно полное. Лам прикольный. Лам Матеус. Лам, да, лам хороший. Матеус, кстати. Там Клозе, там Джокер, MVP. Пронесло. Франция. Не, давай, нет, давай по очереди. Я посмотрел на давай Францию. Давай сейчас Францию посмотри защиту. Посмотри Францию защиту, да, да, там да, пяти. Так. Бля, там пяти должен быть. Ебать! Что-то мы прям, да, хорошо зашли. Бля, там может быть Трезеге. Нападающий, да. А может быть Кантона? А может быть Трезеге? А может быть... никого. Бля. Полузащиту смотрим. Там Пирес. Блядь, но при этом Пирес. Но при этом Вера и Зидан. Зидан, да. Вера, Пирес, Зидан. Вау, нихуя! Пизда-то! Это хорошо! Охуенный дроп! Про него мы и забыли! Слушайте, ребята, это хорошо! Браво! Это охуенный дроп! Сколько он стоит? Миллион? Миллион. Бля, это миллион игрок! Это охуенный дроп! Нихуя себе! Слушайте, я приятно удивлен! Ну и действительно, ребята, я был рад этой карточке! Я не ежик, который зажрался уже и даже Виру всерьез не воспринимает! Вера, блядь, ну... тоже нормально, но Зидан был бы лучше. Ну прикиньте, у чувака Вера упала, а он такой типа А я действительно порадовался. 85 рейтинг, да, не самый большой рейтинг, но статы как бы у вас перед глазами. Идеальный цепашник, поэтому первая карточка кумира — это прям вообще зачет. Вторую карточку мы решили просто так открыть и посмотреть, что же нам упадет без всяких там шаманских движений. Прикинь, план опять же. Франция. Блядь, говно, сразу все понятно. Это цей твой друг. Да. Он мне уже третий раз падает. Вот проверь. Баша Недвид. В моем присутствии. 90 скорость. Ну, слушайте, статы, в принципе, норм. Ну, не знаю, ребята, эта карточка стоит 300к. В принципе, статы вполне себе, но в основу он, к сожалению, мне не заходит. Так-то в целом статы приятные, но не для моего состава. Упади он мне там, не знаю,
двумя местами ранее, я бы, конечно, был бы счастлив. А так, ну типа ок, но в основу он не залетает. Ну и, собственно, ребята, в конце мы решили стрельнуть сразу дуплетом и вскрыли сразу двух кумиров. Ну и также не забывайте про мой промокод Пандос, он даст вам уверенности на старте. Это новый контент! Нихуя! Ищу двух кумиров. Давай. Так. Ща накатаем мидл и басовый. Бля, может сразу вратарей? Россию потом. А давай, кстати, вратарей сразу. Сразу вратарей уберем. Хорош, это очень. Нет вратарей, ребята. Нет вратарей, вообще нет вратарей. Фу. Ну все. Так, хорошо. В Финляндии. Вот это будет больно, если там кто-то есть из тех самых ребят, о которых я думаю, но не. И Уэльс. Так, Уэльс, пожалуйста, Гикс, сиди там, где сидишь. Хорошо. Пронесло. Так. Шотландию давай. Нет, видишь, что нет? Как у тебя это нормально все идет? Мечтаю. Когда не с первого раза, да? Ты все открываешь, а потом у тебя остается Франция и Бразилия. Ты такой понимаешь, блядь, 50-50. Заебись там, может быть. Best. Best-а нет. Блядь, начинается. Я опять обосрался, да. Нигерия. Бля, я сам осуждаю одну страну, я увидел. Ой, блядь, хорошо, как же хорошо. Бля, я забывал. Кажется, что их не было. Мидл это было бы хорошо. А если еще мидл и бэйби? Ой, блядь, пиздец. И среди топовых есть, конечно, говнари. Италия. Сразу защитники, потому что у меня... Ну, блядь, мидл Мальдини. Нормально. Блядь, здесь и без этой. Ну, тут много есть шлака, конечно. И вот один из них. Бля, ну Перл, ну так нормально. Причем Бэйби, да? Нет, Спарка Бэйби тире. А вот, кстати, мы этого не узнали, может быть. Вау. Хера. Ну давай Инзаги для полной коллекции, чтобы я прям... На. Ты почти угадал, ты говорил, там два испанца? Да, ну два итальянца, это типа, блядь. Я, блядь, в ахуе просто. Как это, сука, возможно, блядь? Вы прикиньте, бля, мне упало 4 итальянца, бля. Это что за подкрутка, бля? Сейчас, тем более, 3 итальянца. Да, бля, ну это хуйня какая-то. Ну почему? Я так далеко прошел. Я прошел сквозь Нигерию, Данию, блядь. Украину, Россию, тут, блядь, 2 итальянца. И по итогу, ребята, у меня получается 4 итальянца из гарантированных паков с кумирами. What the fuck? 7 гарантированных карточек, и 3 из них у меня залетают в основу. Я вот не знаю, типа, это хорошо или плохо. Конечно, есть люди, которым падает Эусебио, потом за ним Кройф, потом Стоичков, как бы. Много таких примеров я уже повидал. Но реально в голове не укладывается, ну вот какова вероятность, что сразу, блядь, 4 итальянца мне упадут. 4 итальянца, ну это же практически невозможно повторить, как мне кажется. Ну и вместе с этим, ребята, давайте, придумал конкурс. Кто придумает самый смешной комментарий, почему мне так сыпятся итальянцы, тот получит у меня 1,5 косаря. Нормальная цена за приятную шутку. Так что давайте, ребята, придумайте шутки и, собственно, не забывайте про никнейм Инстаграма. И только бог знает, как мне страшно сливать свои токены на гарантированного кумира 89+. Среднего кумира 89+. Или не сливать, а то сейчас мне упадет, блин, какой-нибудь мидл пирл. И это будет очень больно. Короче, не знаю, с этим дерьмом я еще не определился, но мне очень страшно что-либо делать. Типа, поймать 4 кумиров-итальянцев, это, наверное, еще не предел. Там же их намного больше, чем 4. Вот же бесит, да? Когда у вас сыграно 74, а нужно 75. И ты вот все крутишь, вертишь, блять, и ни к чему нахуй прийти не можешь. Ах, обидно это делать, но ничего не поделаешь. Прощай, мой друг. Да, понимаю, да, старость не радость. Но при этом какие статы? Ну, просто чтобы, к слову, понимали, насколько Робен круче Неймара. В любом случае, будет интересно затестировать эту карточку. Буду ждать флешбека Рибери, ну и сами понимаете. Ну и перед тем, как я с вами попрощаюсь, давайте вместе с вами откроем набор Ultimate за 200 матчей Weekend League. 200 матчей. Да, я не сам их отыграл, но так или иначе, это 200 матчей Weekend League. Набор Ultimate. По идее, это лучший набор в этой FIFA. Я даже не хочу предполагать, будет здесь волкаут или нет. Сразу опускаю свой взгляд вниз. Поднимаю глаза. Опа, синяя карточка. Ну-ка, Тоти. Тоти раньше времени начали падать. О боже мой, набор Ultimate, ребята.
Пиздец, 200 матчей в Ultimate Team. Ну, это стоило того? Мне кажется, как-то не очень. Пиздец, какой кал, какой кал. Предлагаю на этом побыстрее закончить, ребята. Всем спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я просто нахуй ливаюсь с этой игры.